Я приветствую всех и каждого, с вами Бади, мы проходим Ведьмак Дикая Хода, мы находимся на Ундвике, и у нас здесь в точке недалеко от кузни два задания. Налево мы пойдем победим тролля и возьмем мастерские принадлежности, инструменты, направо пойдем, судя по всему, пойдем по основному заданию на Ундвике, связанному с сыном Краха, и там что-то будет связано с великаном. Страшно до жути, но давайте начнем со скального тролля. Если он, конечно, скальный. Они же разные бывают. Ледяной, скальный. Скальный, да. Так, масло против форгогров у меня стоит. Против них еще хорошо, хорош квен. Ух ты, ёбаный бабой. Кидаешься в меня? Ты плохой, дядя. Но быстрый. Ну все, шутки в сторону. Ты только кидаешься, что ли? Ты атаками ручными не идешь, наверное? Я думаю, проблем с ним особых не испытаем. Главное торопиться. Хорошо. Темновато тут, честно говоря. Это самая кузня. Ищу инструменты. Эту кузню охранял такой прекрасный молодой или не очень человек. Ну давайте перескать инструменты, если я не ошибаюсь. С помощью них мы создадим что-нибудь мастерское. Я уже... Вечные инструменты, но все в орнаменте. Должно быть, о них Иоанна и говорила. Принести инструменты Фергусу. Да, все, мы нашли то, что нам нужно. Я пошарился в... Ну, не в рюкзаке, а в ремесле, да, и, в принципе, у нас много чертежей есть, особенно связанных с основной броней, со штанами, и там, то есть, 4 уровня, получается, доспех, улучшенный доспех, отличный доспех и мастерской доспех. Что-то мы уже можем до мастерского уровня прокачать, но для этого, соответственно, нужен соответствующий броник и соответствующий инструмент, соответствующие составные. И, в общем, надо, чтобы все звезды сошли, чтобы это сделать. Но я думаю, мы постараемся для того, чтобы эти инструменты сделать. Так, инструменты Фергуса, ну куда нужно приносить? Понятно, куда? Далеко. Поэтому мы берем задание, связанное с... Сейчас я вспомню, как она называется. Вот она называется. Почитайте на пазе, ты забыл. И мы идем... Ой-ой-ой, чуть не упал. Герлит. Такой прямо опасный паренек. Идем по следу отряда Хальярта или Хармалта. Имена у меня тяжело запоминаются такие. Я в принципе... Чуть не упал. Куда же я бегу-то, дурачина? Вот что называется, поторопись-ка. Полегче к этому относись-ка. Ладно, идем обратно. Ну, помните, мы здесь шли, поэтому я уже это быстро преодолеваю дистанцию. Еще вон там башня меня манит, там явно что-то будет. Но мне почему-то кажется, что это будет связано с сюжеткой. Ну, в смысле, с квестом какой-то. Так, игра меня налево посылает, а паренек-то направо пошел. Паренек пошел сюда, но дороги эти сходятся. Интересно. Ну, пошли, раз квест ведет меня сюда, то пойдем сюда. Что называется, люди разошлись с великаном. Ну, посмотрим, к чему это приведет нас. Сын, боюсь, что-нибудь пропустить, какой-то интересный сундучок или еще что-то. Ну вот, следы привели нас на распутье вот сюда. Правильно? А отсюда есть следы великана, нет? Ну интересно же, что тут. Так, он куда-то он туда наверх заполз, блин. Это его следы, да? Вот они отсюда пришли.
И он своими громадными ручищами заполз наверх. Вывод по этому поводу Геральт не хочет делать, но я-то как бы для себя вывод уже сделал. Что он где-то... Получается, вот в этой области где-то. Ладно. Разберемся. Пока возвращаемся к следам человека. Герли заброский акробат. Преодолевает препятствия, используя паркур. Ну, это получается дыхание этого самого великана. Я постоянно слышу здесь, постоянно что-то... И явно мы с ним еще встретимся. Я не удивлюсь, что он окажется добрым пареньком. Так, следы идут дальше. Здесь заперто. О, слышите? Вдалеке слышно какое-то рычание. Это у него или живот рычит, или отрыжка, но... То, что он большой, это... О, кто кричит. Ну, мы это уже слышали, по-моему. Так, вот здесь расщелина, она куда ведет? Блин, может там что-то есть? Вроде ничего не видно, ну-ка посмотрим по карте. Где-то там по-любому великан скрывается. Ну ладно, не будем, пойдем по следам. О, сирены. Кто вон они у нас, гибриды, по-моему, если не ошибаюсь. Постоянно надо масло менять. Есть. Великан спустился с гор, ворвался в деревню, а потом выломал ворота изнутри. Холмьяр там, я вижу. Хорошо. Ну вот мы нашли самого Халдьяра этого. Спасибо, Белоголовый! Если бы не ты, мне бы пришлось гораздо тяжелее. Теперь нужно перевязать Лейфа. Эти суки ему чуть кишки не выпустили. Из-за всей дружины только мы вдвоем и остались. А, кстати... Может, ты не слышал? Я Хьялмар Анкрайт, и я никогда не забуду, что ты помог мне в беде. Геральт из Ривии. Тот самый Геральт из Ривии? Из песни о чародейке и ведьмаке? Так ты еще жив? Как видишь. То есть, прости, я просто думал, это было очень давно. Отец рассказывал мне о твоих приключениях. И что ты делаешь на Ундвике? Что стало с командой твоего корабля? Сначала был шторм, потом эти проклятые сирены. У меня был рок Харнвала, чтоб их отгонять, но ночью он пропал. Утром мы угодили в засаду великана, и он перебил у меня половину людей. Арвида ударила скалу, Вигги посадил к себе за пазуху. Сюда нас добралось только четверо. Впрочем, если бы все шло гладко... Сага об этом героическом походе была бы слишком короткой. Мне кажется, это неудачный поход. Нет. Это боги проверяют, из какого железа я выкован. И скоро они это узнают. Меня прислал твой отец. Ты нужен на Артскеллиге. Это невозможно. Отец знает, что я не вернусь, пока не одолею великана. Ситуация изменилась. На Артскеллиге будут решаться судьбы всего Скеллиге. Выборы короля. Судьбы Скеллиги решаются здесь. Если я свершу это деяние, значит, боги предназначили мне быть королем. Другие кандидаты уже ждут в Каэртрольде. В таком случае надо торопиться. Пора выйти на бой с великаном. Ты со мной? Надо заняться твоим другом. Верно.
Я сейчас его перевяжу. Я не это имел в виду. Он умер. Что? Нет, он просто без сознания. Он потерял много крови. Он умер. Я в этом понимаю. Он поклялся на костях своих предков, что погрузит этот меч в сердце великана. Пойдем. Ну, пойдем. Так, ну что, мы сразу на великана идем, что ли? Получается, мне в эту сторону уже идти не надо? Хотя нет, квест здесь есть. Ну ладно. Так, сначала разберемся с великаном, только понять бы, что за великан. Совсем как крах. Ой, там какие-то звуки неприятные. Просто понять, как к нему подготовиться. Чем намазать, чем подмазать, где подмыть. Ладно, идем. Разберемся походу. Так, вы что есть? Гвозди. Гвозди, по-моему, сюжетно, да, какая-то задание. Говорю тебе, это огромный выродок. Я слышал. Точно, он же просил меня гвоздей набрать. И дротвы. Гвоздей и дротвы он просил набрать. Будем где-то ее искать, нет? Ладно, если сейчас начну искать дротву с гвоздями, это будет вообще надолго. Как он там что? Тоже башня какая-то. Блин, хочется сходить для безобразия. Ты подождешь, ты подождешь? Ладно, потом сходим. Все. Вот великан. Оттуда звук идет. Наконец-то я до него добрался. Ты еще до него не добрался. Так, ты меня куда ведешь-то? Сюда, а там что? Блин, как много хочется посетить. Получается, как сюда. Ладно, сейчас разберусь с великаном, там посмотрим. Главное не забудь про это. Учит он там громко бы. Геральт, помоги мне это разломать. Отсюда мы точно дойдем до пещеры великана. Долго же вы, ребят, будете это разломать. Фу. Сколько вы... Трое суток это разбирали. Сохранюсь-ка я. Я понимаю, что игра сохраняется автоматом, но мне как-то спокойнее, когда я сам сохраняюсь. Да. Пещерка великана. Весьма и весьма. Так, ты меня хочешь повести сюда, это очевидно. Что здесь? Здесь не пройти, что ли? Здесь, походу, не пройти. Ну, ладно. Все холоднее. Уже близко. Вон, сидит, походу. По-моему, сейчас будет большая жопа. Во всех смыслах этого слова. Один неверный шаг, и ты его разбудишь. Эй, выпустите меня, пока он не проснулся. Ключ, наверное, где-то здесь. Нет, подожди. Ты знаешь, как называют Виги? Помешанные. И не без причины. Пусть он лучше посидит в клетке, пока мы не покончим с великаном. Анкрайт, ты сдурел? Я думал, это твой товарищ. Да. И поэтому я знаю, на что он способен.
Хорошо. Пускай остается в клетке. Что? Я тебе этого не забуду, Анкрайт. Всю славу хочешь присвоить? Выпусти меня немедленно! Ладно. Может быть, я, конечно, ошибаюсь. Давайте ваги помешанные почитаем, что за ваги помешанные. Так, почитайте про этого паренька, вы его помните. Почитайте про этого паренька. Как ваги помешанные, вот этот паренек. Ну, все понятно. Ну, что мы делаем? Нам не наступать на снег. Скрип снега разбудит великана, я понял. Найти ключ от клетки свиги. А что ты сел-то там? Ты что сел-то? Пошли вместе. Этот великан я не вижу, в принципе, где он? А, ну не такой уж он великан. Честно говоря. Я думал, вообще кто-то здоровый будет. Парень. Вот здесь ключ, что ли, хранится? Не подходи к нему! Он мой! Эй! Выпусти меня! Скорее! Ну что, будем его освобождать, нет? Да, выпусти, мне кажется, он сдохнет, скорее всего. Ага. Давай выпустим, других вариантов я пока не вижу. Спасибо за помощь, брат. Теперь уходим. Ага, но сперва убью его. Пошла, вода горячая. Ну да, он здоровый. Мы посмотрим, как он в бою. Вот что важно. Быстро он, не быстро. Ой, а что на меня-то? Я отсюда самый этот, самый спокойный. Че, Квен не работает, я же Квен поставил. Да, он неплох. Вот это уже хуже. Вот это уже намного хуже. Ладно, работаем. Слушайте, такой первый такой здоровый босс в игре, наверное, да? Прям вот босс. В понимании босса. Так, огонь на него хорошо действует. Ой, я пропустил. А, зачем я это сделал? Я думал, нажимать нужно. Блин, красивую катсцену пропустил. Блин, ребята, извините, виноват вообще жестко. А где остальные? Спасибо за помощь, Белый Волк.
Я позабочусь о том, чтобы скальды сложили песнь о Геральте, убийце великана. Хьялмар, убийца великана, звучит куда лучше. Это твой поход, и вся слава должна достаться тебе. Пожалуй, ты прав. Пойдем отсюда. Я хочу еще осмотреться. Тогда встречаемся на берегу в гавани. Блин, я просто увидел X на экране и подумал, что начались Quick Time Events, потому что мы же знаем с вами, что обычно, когда босса начинаешь в конце побеждать, появляются Quick Time Events во многих играх. И я, если честно, что-то как-то затупил и нажал X, получилось. Пропустил. Прямо обидно что-то. Чего-то сюда же можно попасть, нет? Интересно же эту пещеру до конца изучить. Мне кажется, как-то можно попасть. Может, как-то здесь? Нет, видите, попасть туда не могу. Ну ладно, что, может, там что-то и было, но... Может, и не было. Ну что ж, давайте посмотрим, что тут еще у него лежит интересного. В принципе, наверное, ничего. Хотя хотелось бы после такого боссика что-нибудь бы собрать интересное. Мне дали какой-то мастерской меч. Ну да, вы видите, что оно все хуже, чем мое. Потому что я уже прокачанный. Ладно, давайте отсюда уходить. Посмотрим все то, что меня заинтересовало в деревне. Слушай, а с великаном-то я все собрал, ну? Он вообще где? Да, вот видите, чуть не убежал. Ладно, да в принципе не могу сказать, что он был сложный. Медлительный, предсказуемый. Боится огня. Как и большинство живых существ. Ладно. Теперь давайте до той башенки добежим. Уж очень она меня заинтересовала. Так, еще вот сюда дорога шла, как-то тоже. Какое-то интересное место. О, блин. Какой заброшенный сарай. Страшный. Еще есть что интересное? Ну, это такой основной зал, да? Я забыл, как он там у викингов называется. Ну, типа тронного зала, или что-то наподобие того. Так, вот эта дорога куда меня поведет, кто мне скажет? А, она никуда и не ведет особо. Никакой пещере ни к чему, да? Ладно. Пошли тогда напрямую к той башенке. Вот в таких развалинах обычно исполняется задание поиску сокровищ. Я вам серьезно говорю. Поэтому и пожелательно осматривать. Сможет какой-нибудь сундучок валяться, в котором будет что-нибудь очень сладенькое. Ладно, пошли к этой башне. Эй, ты что обижаешься? Ты должна смирно бежать, взять, пока я тебя убью. Так, ну вот я пришел и гнездо у них тут. Но его разорить, что называется, нельзя. А здесь что? Тоже ничего, но наверх я слазываю. Еще гнездо птичье.
И сундук. Ай, нужен ключ. Где ключ взять? Ай-яй-яй, как плохо. Ну ладно, где-то, может быть, я этот ключ бы и нашел бы. Только где? Трупа никакого тут не бывает. Скорее всего, может, какое-нибудь задание будет. Второстепенно, не знаю, ладно. Не буду переживать. Так, ну что ж, получается, здесь мы все с вами выполнили. Великана убили. Все, что возможно, с него собрали. Теперь осталось быстро переместиться куда-то. Эй-эй-эй, не застывай. Так, получается, мы сейчас с вами пойдем, наверное. А все, пропало, да, задание? Да, задание пропало. Да, получается, задание пропало. Ну ладно. Пошли тогда переместимся максимально близко к той башне и изучим ту башню, посмотрим, что в ней. Ну и, наверное, этого будет достаточно для этой серии вполне. Так, потому что практически мы весь остров изучили. Так, давайте, ближайшая точка у нас вот здесь. Интересно, если я пошел бы в ту сторону, я просто пришел бы не туда, что ли? Это же странно. Так, ну давайте пойдем. Еще там так где был, вот сюда пойдем. Так, наверное, я там смогу убежать, да? С этой стороны, наверное, да. Или нет? Или тут горы? Ладно, переплывем, это будет быстрее. Вроде ничего интересного тут не валяется. И пещерки тоже никакой вроде нету. Хотя он там что-то интересное есть, нет? Нет, ничего. Ну, манит меня прям та башня, он какой-то сказочный дворец, похоже. Прямиком из Диснейленда. Давайте туда и поскачем. Мне кажется, что там интересное может быть вполне. Какая-то дорога куда ведет? Никуда. Но покинутая деревня. Ну на то она и покинута, что мне, наверное, ничего интересного. Мы скачем напрямую к этой башне. Пошла. Так вот что-то так много развилок, блин. Здесь что-то есть? Куда я здесь приду? Какая-то такая дорожка. Я думаю, ничего интересного тут нету. Так, ну там что же... А, овцы, я думал, кто-то... Типа великана что-то. Интересные развалины такие. Ну идем. Я никого не слышу. Вот здесь просто какие-то же здоровые шаги. По правую сторону. Великана я уже убил. Но, видимо, звуки не меняются на острове. Ладно, тут все сирены, да, у нас? Охраняют это место.
Может, я сюда, конечно, и рано иду. Но, блин, вы же меня знаете, я же любопытно или безобразно. Гарпи. Даже не сирена. Какой-то сундучок. Вроде что, еще? А, блин, много вас тут, парни. Еще? Да сколько вас тут? Мне интересно, что там в сундуке. Тяжелый доспех. И все, что я нашел. Давайте его посмотрим. Так он выглядит. Так, а здесь что можно взять? Свиты. Всегда есть время для прекрасного. Ну что, паскуда? Еще что ли? Блин, долгая дорога у нас получается. Но у меня почему-то не покидает чувство, что я сюда иду рано. Что тут будет или закрыто, или еще что-то наподобие. По крайней мере, должна быть точка быстрого перехода, я надеюсь. Ток квахла. Да, ну вот, появился, отлично. Какой-то пещера, нет? Нет. А было похоже. Сюда вход завален, да? Ладно. Зайдем с другого боку. Ох, ну тут прям Dark Souls, блин. Собственной персоной. Да, здесь очевидно будет что-то связанное с сюжетом. Мне так кажется, потому что это пахнет на место какой-то магической силы. Или еще что-то такая хрень наподобие. Я не удивлюсь, если мы вообще в конце игры сюда придем. Потому что уж больно атмосферное место. Отсюда какой прекрасный вид открывается. На близлежащие острова. Кроется, нет? Да. Как я и думал. Ладно. Давайте тогда отправляться обратно на Апскеллиги. Но, по крайней мере, мы посетили это место и удовлетворили мое любопытство. Так, давай смотреть, какое следующее задание нам брать. То есть Ундвиг нами, в принципе, изучен. Вот эти места можно изучить. Но я сомневаюсь, что здесь что-то интересное. Поэтому я это сделаю между сериями. Здесь по-любому контрабанды. В воде обычно контрабанда. Это только собирать и отвозить на... Что называется, на продажу. Поэтому давайте посмотрим какое-нибудь еще дополнительное задание. Победить Гундера. Доставить письмо кузнецу в курсе. Искать воров и вернуть украденный рог. Давайте посмотрим, где это.
На каком они островке? На Арцкильге я их не вижу. Здесь мы с вами не были или были? Нет, Сурлак. Ну и где эти воры-то? Интересно, девки пляшут. Что-то я не вижу. Может, я слепой? А, все, нашел. Нашел. Так, ну, наверное, будет быстрее всего отсюда. Тем более, я там не был, походу. Это необычный туман. Ну, зашибись. Вот попал. Кстати, на этом маяке я не был. Давайте его осмотрим. Потому что я бы запомнил. Так, вот здесь какой-то знак есть. Символы связи. Проявление злой воли, направленной и сконцентрированной. Значит, проклятие. Оно и держит здесь призраков. Так, ну классно, я пришел в лабораторию призраков. Ладно. Давай к этому готовиться, что могу сказать. Хорошо, и лунная пыль, если я не ошибаюсь, хорошо на них действует. Ну пошли потихонечку продвигаться к нужному месту. Ну все, наверное, сюда. Ну, эти призраки такого, что называется, первого порядка, поэтому они не опасны. Так, тут что есть сегодня интересное, нет? Эй, есть там кто? Походу, есть. Как ты сюда попал? Приплыл. Это же остров. Откуда здесь все эти призраки? Последний раз я такое видел под Вергином, когда... Ниоткуда. Вот именно, что ниоткуда. Пламя вспыхнуло и тут же погасло. С этого все и началось. Я пошел сюда за маслом, выхожу из дома, гляжу, туман поднимается. А тут духи как полезли и на меня. Вбегаю я внутрь, задвигаю щеколду и слышу, вроде как кто-то шепчет мое имя. Микьяль, Микьяль. Выглядываю, призрак больше остальных. И таким холодом от него било, что аж стекла инеем покрылись. Я могу попробовать тебе помочь, но сначала два вопроса. Да хоть сто, только вытащи меня отсюда. Эти духи появились здесь не без причины. Что-то их привлекло. Какие будут мысли? Понятия не имею. Тут же ничего нет. Маяк, моя хата и все, одни голые скалы. Даже утопцы знают, что на Эльберге искать нечего. Этот призрак. Расскажи мне о нем побольше. Он вроде был умнее остальных. Как будто он знал, все знал. Только тебе, наверное, это не сильно поможет, да? Ты прости, но я и видел-то его всего раз. А потом он куда-то пропал. Странно это все. Мне нужно осмотреться. Тогда возьми ключ от маяка, если захочешь и там посмотреть. Или укрыться от чего-нибудь. Каянник. Хорошо, что он пока не появился. В таком тумане и в темноте убить его будет невозможно. Нужно зажечь маяк. Понял, если проклят Микьяль, то проклятие удерживает его в этом месте.
Только он может разжечь огонь, который снимет чары. Так, ну только поговорили, надо снова поговорить. Ух, это ты. Узнал что-нибудь? Оказывается, на этот остров приходит покаянник. Это дух, который наказывает за злые дела, за преступления. Но ведь тут только я живу, а я никого не обидел и никому вреда не желаю. Вернемся к этому позже. Сперва ты должен мне помочь. Но как? Воин из меня никакой. Догадываюсь. Но проклятие связывает тебя и это место, так что только ты сможешь его снять. К счастью, тебе придется просто разжечь огонь на маяке. Ибо покуда остров покрыт мраком, покаянник не победит. Если я отсюда выйду, этот призрак меня убьет. Я чувствую это. Может, ты сам. Я буду тебя защищать. Хватит искать отговорки, просто возьми масло для лампы и пойдем, пока я не передумал. Так, случайненько набрел на довольно-таки интересный квестик. Смотри, вон там, это он. Я вижу, не ори, просто зажги огонь на маяке и помни. Если ты напортачишь, покаянник сперва убьет меня, потом тебя. Пошла вода горячая. Да, то есть пока просто защищаюсь. Беги, Микель! Ой, как много у вас, ребята. Повсюду Ирдан должен быть. Не буду призраков любить. Любить их твердо, без остатка. А покаянника не буду любить. Так, понял. Так, я вовремя поставил лунную пыль. Огонь-то зажегся, нет? Да, все, огонь горит, все, можно работать. Маяк загорелся. Наконец. Теперь же. Хорошо. Блин, далеко достает у него меч. Да блин, как далеко ты достаешь-то? Еще, по-моему, его можно закликать просто. Он опять гадов выжил. Отлично, заказик выполнили. Вот так вот, не думая, не гадая, просто пришел на другой квест. Получилось? Получилось. Но я по-прежнему не знаю, что привлекло сюда покаянника. Так что лучше будь осторожен. Я бы с радостью не только добрым словом поблагодарил, но и золотом. Только кошель у меня пустой. Знакомое чувство. Будь здоров. Ну, отлично. Кстати, на маяке может... Ладно, в любом случае возвращаться будем через маяк, наверное. Заглянуть на доску объявления в Эренбьерне. Я же без задания выполнил. Ладно. Давайте для начала рок там какой-то там забили, или что-то так называется квест. Куда? Потерялся там. Вот он. Так, ну, наверное, мы на этом прервемся. Все, пока.
пока.